2021 году мы решили заняться перестройкой дома. И получилось так, что нам нужно было пристраивать пристройку с той стороны, где у нас находилось окно. Пристроив пристройку, мы получили помещение без окон. Терять помещение, как нежилое, не хотелось, поэтому мы решили поставить мансардные окна. Компанию «Летний сад» нашли в интернете. Она была территориально близко к нам, поэтому было очень удобно. Это была первая причина, почему мы обратились в компанию. Вторая причина – компания изготовляла окна под наш размер. На самом деле, промониторив ситуацию, очень многие компании изготовляют именно стандартные окна. А окна под наш размер мало какие компании изготовляют. Так как нам нужно было попасть между двумя столбами в окно, поэтому нам нужны были определенные размеры. Домик у нас небольшой, и большого окна у нас не получалось. Обратив компанию, менеджер сразу принял заказ. Через неделю приехали рабочие, померили все, и окна были изготовлены через 3 недели. Установка тоже прошла достаточно быстро, легко и хорошо, и больших затрат от нас не потребовалось. Рабочие приехали, все быстро сделали и уехали. Устанавливали в течение 4 часов. Мы установили таких 2 окна. Вот теперь с этими окнами мы прожили год, довольны. Окна легко открываются. Компания, правда, предлагала нам еще электронное устройство по легкому открытию окон, но мы от него отказались. Мы решили, что эта комната детская, детям мы все равно не доверим открывать окна, а взрослые справятся и сами. Живем в течение года, окнами довольны.